историческая фотография. Дата написана, когда я снимал. Я снимал и до этого еще. Вот. Ну, здесь мы видим, что написано, в каком состоянии был первый микрорайон. Вот отделочные работы ведут. Вон тетеньки и на крыше, и на балконах. Внутренняя отделка ведут. Это документ, говорящий о том, что строили, темпы были колоссальные и днем, и ночью, круглые сутки. Поэтому люди получили квартиры относительно быстро. Это когда гостиница еще строилась, я заснял ночной вид. Март 81 года. Вот тот дом, который сейчас мы посмотрели, и ночной, да, устанавливается самая первая панель. Самая первая панель, самая первая, как космонавты самые первые. Вот так начинала строиться наша больница. На переднем плане мы видим вон сосенки, теперь на этих местах сооружения стоят. Как можно было мне не заснять такое событие? Весна, парк, мальчишки изобрели плоты. Ну, моряки. Да. Вот. Это же забавно. Ну вот. Ну мальчишки есть мальчишки. Вот тот самый девятиэтажка кирпичная строится, так? А вот тут написано. Основание современника, да? Плита. Основание плита. Современника. Вот современник начинается. Вот события тоже. Тоже ведь это же события. Вот ты меня спрашиваешь за события. А у них сколько событий? И каждая по-своему хороша, интересна. Это такой вид имел, это набережная. Вот она. Вот идут самые там бульдозера и прочая техника. Вот я панорамку и сделал. Тоже забрался на вышку и сделал эту панорамку. Ленточка. Вот разрезает ленточку Лешко, я не помню имя, сейчас председатель Совета министров Украины. Так. По левое плечо от него Петр Степанович Непорожный. Шляпа у него в руках, да? Правильно, вот она стоит. Непорожный. Министр энергетики Советского Союза. Есть личности какие были, еще какие. Вот. Вот это Прохоров. Вот это Прохоров у нас стоит. И скромный Хенок в стороночке стоит. Он хозяин положения, понятное дело. Но как скромный человек, предоставлено таким людям. Когда закончили бетонировать первую трубу, Рем Германович поднялся к этим ребятам, бетонщики. Я сфотографировал. Это на высоте 320 метров. Строительство, сооружение. Это первый блок. То есть Запорожской АЭС. Владимир Александрович Пищиков, наш самый главный геодезист со своими ребятами и девчатами. Это, значит, написано здесь 11 января 80-го года, прежде чем бетонировать, шли же подготовительные работы. Вот мы видим за спинами, это котлован. Там нужно было для определенной же глубины все это. Вывозился же грунт, мы же видим здесь технику, да? Вон самосвалы. Уникальнейшее тоже. Самый первый лепесток. Это начало монтажа реакторного отделения. Вон Рем Германович стоит. Рядом с ним Христенко стоит. Вот он выводится с помощью крола в вертикальное положение. И потом пошел монтаж. Это поднимается купол. Вот уже реакторное отделение смонтировано и забетонировано стеночки-то. Вот поднимается купол.
сделали планировку и начали сооружать основание опор. Основание вот это, вот оно. Вот это начало. Начало. Потом их потихонечку сооружали. И в это же время параллельно и опоры собирались, ставились на них. И вот они поднимались. И фундаменты все более и более, мы видим, все это залили, затопили водой. Вот сейчас они затопленные стоят все. Внутри этих оснований вода. Это мы приехали, ну, там человек от 20 до 30 было. Вот это идет процесс из основания, из фундамента, да, откачивается вода. Понимаешь, я не помню цифры, сколько сотен тысяч тонн, это общий вес, не помню. Понимаешь? И она всплыла. И на следующий день эти пароходы, теплоходы, катера стали их буксировать. А место, где надо было их поставить, уже было готово. Этим занимались, кто ныряет, водолазы. Они этим занимались, да, в определенной точке. Первые опоры для атомной станции. Выводится она. И точно так же затопили их. И вот теперь мы видим, игрессовские стоят. Отмечали День строителя перед современником. Это 9 мая 85 года. Он их было много-много и остались, даже не знаю сколько их, 10-15, может, от силы. Вот так, ребята, которые строили и город, и станцию, одну и другую. Перезахоронение. Ну, прошелся по городу, ну вот девчонки с собакой, с любимой собакой, забрались в фонтан. За современником. Вот это колесико было, мы катались, и все катались.